Хей, йога, с вами Шумики, мы продолжаем проходить игру под названием Little Miss Fortune, либо Маленькая Неудача. Ну, поехали. Вау, это самое жуткое место из когда-нибудь существующего. Так страшно. Будь у меня билет прокатиться. Правда? Смотри, что это упало прямо перед тобой. Прошу, не играй с моими чувствами. Вряд ли это билет. Ты уверена? Кажется, выглядит как билет. Этого не может быть, но я проверю. Это скелет, жуть? А, это скелет, жуть. Что? Билет, без шуток? Славно, не шутка, спасибо. Не за что, неудача. Теперь найдем лодку, чтобы добраться до леса. Помнишь? Ага. Ах, воздушный шарик. Я люблю воздушные шарики. Просто чтобы ты знал, я люблю шарики. Хорошо, неудача. Да, клоун стрёмный. Эй, ты на другой стороне. Неудача заслуживает веселья, поэтому постарайся сделать правильные выборы для нее. Хорошо? Окей, уговорил. Правильные выборы. У меня только один билет, значит, я могу прокатиться лишь раз. Я сначала осмотрюсь. Хорошо. Так, ой, сохранись на всякий пожар. И полетели. Фу, знаешь, однажды я видела документальный фильм о хот-догах, и теперь... Я не хочу есть хот-доги. Ну, понятно, там же все эти... крысиные хвостики, отходы, все и все такое. Нормальная еда. Прошу прощения, я лишь хотел над тобой подшутить. Делай так еще раз, и я закрою глаза, не буду ничего видеть. Нихера там мужик на ходулях. Заметьте, что он всегда представляет лица злым. Похож на Бенджамина, только страшнее и злее. Сильный Бенджамин. Посмотри на этих милых единорогов. Смотри, детеныш милого единорога, это твоя семья. Поздоровайся. Поздоровался? Хорошо, а теперь скажи пока-пока, и мы пойдем. Можешь потратить свой билет на эту поездку? Подожди, нет, я хочу посмотреть остальные. Я еще не уверена, я осмотрю получше. Да, мы осмотримся, если так, то мы поедем. Злые дети в школе говорят, что моя голова похожа на тыкву. Я вижу некоторые сходства. Чего? Ничего. Ладно. Ах, запах свежеприготовленной конфеты восхитителен. О, да. Жаль, что мы не можем себе их позволить. На земле валяются какие-то конфеты. Я могу взять колпак и сделать свой собственный рожок с конфетами. Да ладно, неудача. Даже не думай об этом. Я сделаю это. Тьфу, ты серьезно будешь их есть? Ну, в принципе. А чё бы и нет? Конечно, это бесплатно. Вкусно. Ой, фу, я думал, там она именно конфеты возьмет, а тут... И опять понесло.
Ну да, я... Ох, у меня болит сердце. Что такое неудача? Не знаю. Кажется, мне плохо из-за конфет. Но я говорил тебе, не есть их. Да, ты прав. Я такая глупая. Счастье, неудачи. Намного лучше. Но зато мы словили флешбеки на самом деле. О, славно. Этот дом с привидением должен быть страшным. Ты хочешь потратить свой билет на эту поездку? Слушай, так мы можем потратить билет на все три. Я еще не уверен, но я смотрюсь получше. Прежде чем мы уйдем, не хочешь воспользоваться своим билетом? Ах да, мой билет. Конечно. Так, дом ужасов. Или же единороги. Я за единорогов. Поехали на карусели. Да. Ну что ж, приятной поездки. Не забываем, что я 8 лет. Теперь я херово. Мне нехорошо. У меня кружится голова. Думаешь, тебе стошнит? Мне бы не хотелось, но поездка прошла слишком быстро. Было весело. Ладно, хорошо. Вдохни глубоко, скоро тебе станет легче. Хорошо. Хорошо, хорошо. Теперь пошли, идем в лодку. Лодка? Я в порядке. Так, ну билета больше у нас по сути нету, так ведь? Я уже использовал свой билет. Я не могу протакать здесь. Ну, в принципе, следующий... Хира? А, видите, все-таки Хира призрак на самом деле. Подождите, то есть она еще до этого видела призраков? Странно. О, здесь куча игр, я могу сыграть в одну? Ну конечно, ты должна сыграть в одну, прежде чем мы отправимся на лодку. Мне нравится здесь. А тебе? Кому нет? Хочу сыграть в игру сейчас. Это бесплатно, я хочу сыграть. О, прошу, сыграй. Играй сколько хочешь. Really? Правда? Right. Хорошо. Well, ух ты, смотри, now теперь с настоящими пулями. Шикарно. Ай, кажется, я сломала игру. Похоже на это. Ох. Так я хотел вообще-то просто прочитать. Мистер Голос, можно мне воздушный шарик? Моя мама никогда мне его не покупала. Так, может быть, ты подаришь мне его? Да, ты знаешь, мы не можем себе позволить... Смотри, что это? Парящий шарик! Красиво! Это для меня? Да! Ах, спасибо! Ай, не везет мне. Ох, неудача. Прости за воздушный шар. Не переживай. В любом случае, спасибо. Я просто хочу... А, все, там лодка есть. Хорошо. Посмотри на этот приз. Золотая шоколадная монета. Милая юбочка и кукла. А, черт, возьму мне непрозовой билет. Стой.
головная монета, единорог. Я лучше куклу возьму на самом деле. Тут уже выбор очевиден. Ух ты, гадалка, могу я попробовать? Похоже, тебе нужен призовой билет. А, хорошо. То есть у меня не такой уж большой выбор, да? Отсюда мне ничего, да, не дали. Ясно, ладно. Смотри, я получу призовой билет, если выиграю. Я сыграю. Давай, вперед. Не терпится узнать, что мы. Да, он знает все. Эти лисы так же, как и Бенджамин, это опасные лисы. Представь, что они украли твое вечное счастье. И бей их, бей. Ладно. А я не буду бить, специально. Я специально не буду бить. А могу? Могу. Я сыграю, но я бить не буду. Блин, я не выиграла. Ну, ты можешь попробовать столько, сколько пожелаешь. А, хорошо. А если, допустим, я одного ударю? А, рекорд. Окей, гоу. Одного представь. Что нужно было бы? А, какой-то одного. Все-таки мне нужно... Ладно. Хорошо, нет. Тут нету никаких альтернативных действий. Да. Блин, а тут, видите, еще нужно успеть. Блядь. Окей. Есть, я победила. Отличный удар. Неудача. А, так я могу... еще больше билетов запомнит вот это, что я сейчас делаю. Так, мне нужно всего лишь... Какого еще заработать? Мне кажется, что прокатиться мне все равно придется иметь с собой билет. Давай. Нужно 5 билетов. Одно на пророчество. 3 на предметы. Так, все. Нет. Того у нас 5 билетов. Сюда. Ух ты, гадалка, могу я попробовать?
да. Здравствуйте, я неудача Рамирес Эндерсон. Я хочу узнать свое будущее, пожалуйста. Спасибо. Как только ты увидишь мир духов увидит тебя. Можешь быть уверена, он приведет за тобой. Мир духов придет за мной? Что это мир духов? Хочешь попробовать еще раз? Давай. А, еще. В мире духов вы увидите не то, что видите, а то, чего вы не видите. Правда? Звучит безумно. Хочешь попробовать еще? Нет, это просто минус билета на самом деле. Нет. А, нихера! Круто, снова одна из этих кукол. Хочу ее. Реальность превратилась в то, чего дети желают более всего. В самом деле, желает и говоришь? Мне нравится желание. Что ты выбрал? Ничего. А, смотри, так мне нужно здесь еще 3 билета. Давайте, короче, мы... Я остановлю, я билеты нафармлю и продолжу. Короче, тут, оказывается, можно играть и с помощью мышки. Это, на самом деле, впечатляет. Я знаю. В смысле, все? А, все, ребят, я думал, типа, нафармлю много билетов. Типа, еще на гадалок. Оказывается, нет, нифига. Ладно. Давайте конфету. Это золотая шоколадная монета, выглядит вкусно. Возьму ее. Я знаю, кто будет выглядеть восхитительно с этой юбкой. Та-дам! Держите, генерал, ты можешь... На милую леди. Не зря мы взяли. Так, ну, один билет я могу потратить, в принципе, на это. Гадалку. Хорошо, хорошо, еще. Тебя обманывает в этот самый момент. Поверь мне, не доверяй ничему. Да, что бы? Кто меня обманывает? Бенджамин меня обманывает? Что? Все-таки голос. Ох, нет. Очень жаль. Да, бедно, маленькая птичка. Может, она летела в нее? Знаешь, так однажды сделала моя мама и разбила папину машину. Эта маленькая птичка разбила свое тело, да? Да, понимаю, неудача. Это все равно грустно. Она разбилась. А, напоследок. Давай, напоследок, напоследок. Сделаем всех счастливым и пойдем. Тут говорится, что нужна одна золотая монета, чтобы прокатиться на лодке. Ладно. А, ну у нас как раз она есть. Посмотри на эту лодку, она похожа на черного лебедя. Разве не круто? Очень, очень круто. Ага, и не говори. Как бы то ни было, эта лодка отвезет тебя в нужное место. То есть к дому Бенджамина? Да, и это лишь за одну золотую монету. Я получила в награду эту шоколадную золотую монету. Она подойдет? Я думаю, что это. Нет, видишь, все в порядке. О, кто бы подумал. Ну что ж, ты готова к отправке? Ну да. Это будет так здорово. Надеюсь, нас не атакуют пираты. Или кракен. Что такое кракен? Ты найдешь, если увидишь. А поймешь. Ну расскажи мне теперь любопытно. У нас нет на это времени. Неудача, просто забудь.
Ох, теперь я буду постоянно об этом думать. Ну, это можно уже будет на касценку поставить, в принципе. Ну, не на касценку, а на это. О, Кракен, если ты покажешь передо мной, я тебя увижу. А если я увижу тебя, я пойму, что это ты. Милый Кракен, покажешь передо мной прямо сейчас. О, что такое, чертов Кракен? Эй, хей, это место очень тихое. Здесь можно разговаривать. В общем, я тут подумала. А Кракен можно погладить? Знаешь как? Некоторые гладят собак, некоторые кошек. А я хочу погладить Кракена, если это возможно. Конечно, я слышал, его можно приманить рыбой. Рыбой, говоришь? Что ж, единственная рыба, которую я знал, похоронена. Привет, загадочный человек. Ты везешь меня к дому Бенджамина? Знаешь, я голубоглазому, пушистому лису, который оказался великим художником, укравшим мое счастье. Кажется, ты не хочешь об этом говорить. И почему ты собираешь монеты? Как ты платишь за кров и еду, верно? Неудача, просто оставь его в покое. Нет, он хочет послушать. Так вот, ты любишь суши? Я знаю про суши, потому что есть трюк призрак из Японии. Кстати, ты говоришь по-японскому? Мне нужно кое-что перевести. Знаешь, что это значит? Киривадока судака. Значит, ты не знаешь, да? Знаешь, я никогда не была на улице так поздно. Ты выходишь так поздно один каждый день? Ты будешь есть мою шоколадку, монету? Потому что я немного голодна. А, прекрати болтать! А, почему я должна перестать говорить? Никто ведь не разговаривает. Эй, загадочный человек, куда ты идешь? Нет, он умеет плавать. Эй! Вот что происходит, когда маленькие леди задают слишком много вопросов. Это заставляет людей хотеть утопиться. Перестань. Я уверен, с ним все будет в порядке. Смотри, мы приплыли. Смерть просто выпилилась. О, музыка жутковато пошла, слушайте. А это, случайно, не тот самый берег? Ребят, это тот самый берег. Вы это понимаете? Гляди, это кладбище игрушек. Говорю тебе. Как скажешь, неудача. Так, ну здесь посмотрим. Сколько время? Уже очень темно. Мистер Голос, ты здесь? Ау. Что-то здесь не так. Что-то совсем не так. Что случилось, мистер Голос? Что ты имеешь в виду? Оно близко. Прячься, скорее. Я не знаю, что ты имеешь в виду. Но если ты меня напугаешь, я закрою глаза. Хера? Ох. Не, музыка угнетающая такая, стремноватая. Как бы то ни было. Ох, черт возьми, ножка застряла. Это монстр! Мистер Голос! Ты видишь? Ты видишь его? А могу я ничего не жать? Окей, представим. Ну да. Заметьте, рука мне ничего не делает. Оставь меня в покое. Эх. Я думал, тут есть такие варианты. А чего ты бежишь? Это был лис?
еще. Я почти уверен, что это был лис. Нет, это монстр. Я видела его снова. Ты не знаешь, о чем говоришь? Не знаю, я видела его. Помнишь, что гадалка сказала? Нельзя ничему верить. Не делай никаких резких движений. Встать. О, твои лапы такие мягкие. Не трогай ее своими грязными лапами, животное. Прекрати, ты его отпугнешь. Не уходи, Бенджамин. А так бы он просто посмотрел, до что мы лежим, типа бы и ушел. Прошу, неудача, остановись и выслушай меня. Мне нужно тебе кое-что сказать. Если ты продолжишь бежать, то сильно пострадаешь, а я этого не хочу. Ты слишком важна. Но я не хочу найти Бенджамина, он был добр ко мне. Поверь мне, он опасен. Прекрати бежать, пожалуйста. Остановиться и послушать мистера Голса. Продолжи бежать за Бенджамином. Эй, что это? Серьезно? Ты не понимаешь, как я сказал, если продолжишь бежать, то сильно пострадаешь. Ага. Понимаешь, я мог бы выразиться по-другому перед медвежьим капканом, остановись или пострадаешь. Но мне захотелось сразу перейти к сути. О, понятно. Спасибо. Так, или иначе, кто ставил здесь медвежий капкан? Я не видел никаких медведей. Но я хочу указывать пальцем, но это определенно был лис. Кроме того, этот лис мне не нравится. У меня то, что бы вы назвали лисофобия. Это правда? Да, я клянусь. Теперь давай снова сосредоточимся на вечном счастье. Ладно. Серьезно? Медвежий капкан? Ой, это мне напоминает об... Бабси. Он сказал за тебе Бабси Мишку в тайном месте. Он бы очень расстроился, если бы узнал об этом, понимаешь? Эти медведи капканы, он плюшил медведи. Он жив в мире фантазии, где существуют медвежьи капканы. А если он потравится в лес, он увидит это и найдет, что можно умереть. Теперь я вижу, как медведи капкан убивает Бабси. Вот как оно бывает. Бабси мертв. О чем ты говоришь? О Бабси, ты не слышишь? Пошли дальше, неудача. Прощай, Бабси. Пойманной смертью в капкан. Так, давайте прочтем, что здесь теперь нам скажут. Посмотрим, что здесь сказано. Он... Сила света праймит рассветит скверн мира духов. А растворить скверну. О, правда? Интересно. Он застрял. Ну, это типа немного намека на подсказку, понимаете? О, кукла. Во все игры, что любит ты, сможешь сыграть. Что ты делаешь? Ничего. Не знаю. Итак, неудача, у меня есть несколько вопросов к тебе. Ты готова? Да, я готова. Замечательно. А теперь будем честны и подумай, прежде чем отвечать. Первый вопрос. Ты веришь в волшебство? Да. Да, конечно, верю. Когда мама и папа кричат, я ухожу в свое тайное место. И там они никогда не пьют сок и не кричат на меня. Это волшебство, не считаешь? О да, конечно, моя милая дитя. Следующий вопрос. Второй вопрос. Ты мне доверяешь? А давайте сделаем вид, что нет. Нет, ты просто голос в моей голове.
Мама тоже сейчас надо говорить сама собой. Она говорит, что это все внутренние демоны, и то, что сок их отпугивает. Мне жаль это слышать. Эй, ты мой внутренний демон? Я? Демон? Ха, нет. Нет, ты не можешь быть демоном, не с таким глупым голосом. Что ж, ладно. Теперь третий вопрос. Ты боишься смерти? Ну да. Yes, да, боюсь. I don't know, я не знаю, хочу like ли я быть мертвой. Like это слишком загадочно, понимаешь? You know? Что если я смогу взять блестки с собой? Ну, я думаю, ты узнаешь, когда умрешь. Похоже, будет гроза. О нет, хотя бы дождь был бы не сильный. Не люблю, когда мои ноги мокнут. Я же маленькая леди. Эй, посмотри на это. Кажется, мы на месте. Бенджамин! Сохраняй спокойствие. Удачи. Я спокойно. Я побуду на стороне, пока ты ищешь внутри улики. Я уверен, что лис спрятал вечное счастье здесь. Убедись, что хижина пуста. А если увидишь лиса, беги. Хорошо. А я не буду бежать. Специально. Но внутрь мы с вами зайдем в следующей серии, ребята. Поэтому всем спасибо за просмотр, ставьте лайки, подписывайтесь на канал, комментируйте. Всем удачи и всем пока.